Hi guys, it's Tristiri. For today's video, we will do another reaction to Russia and we will go to... Perm. Hey guys, not sure if I'm pronouncing it correct, but we're going to this beautiful city of Perm. So let's start. Let's get started on our journey. Seems like we already traveled a lot to Russia. Всем привет! Продолжаем рубрику «Города России», и у нас на очереди Пермь. Крупный промышленный научный логистический центр Урала. В советское время город носил название Молотов. Поехали! Это четвертый по площади город России, который вытянулся вдоль реки Камы на 70 километров. Удаленность от Москвы 1400 километров. Ближайшие крупные города – Екатеринбург, Уфа, Ижевск и Казань. На 17-й год население составляет 1 миллион 48 тысяч жителей. Крупнейшие вузы – Пермский государственный университет и Политехнический университет. В рейтинге вузов России 16-го года они на 86-м и 63-м месте соответственно. Основа экономики города – это прежде всего тяжелая промышленность. Нефтегазопереработка, машиностроение, деревообработка и прочие. По объему промышленного производства Пермь опережает все уральские города, включая Екатеринбург, Челябинск и Уфу. В городе находится завод Лукойла и Газпрома. Lukoil and Gazprom are the two big Russian oil companies. Lukoil and Gazprom. So it's from Perm that Lukoil. I think there's plants. Lukoil and Gazprom plants there. Yeah. Okay. А также одно из крупнейших в России предприятий по производству велосипедов Forward, который в год выпускает порядка 1 миллиона велосипедов. Официальные источники сообщают, что средняя заработная плата в Пермском крае на 16-й год составила 29,5 тысяч рублей. Okay, so this video, guys, is I think 1 year ago or 2 years ago, yeah. So maybe the salary is higher right now. Но согласно опросам, она на 30-50% ниже. Пермь – один из крупнейших транспортных узлов России. На въезде в город вас встретят отличные дороги. И уже построено 13 километров автомагистралей. Можно отметить, что в центре города дороги широкие и достаточно неплохие по качеству в сравнении с другими городами России. Любопытно, что после непродолжительного ливня город буквально превращается в Венецию. Поездка на общественном транспорте обойдется вам в 20 рублей. С 70-х годов предполагалось строительство метро, но так и не началось из-за отсутствия финансирования. Как альтернатива метро рассматривается создание линий скоростного трамвая. А нынешняя трамвайная сеть находится в плачевном состоянии, так же как и остановки. С 10-го года в городе начали появляться знаменитые остановки авторства московского дизайнера Артемия Лебедева. Russia is famous for its bus stops. Has like very unique bus stops. Maybe we can continue and see. Но, к сожалению, сегодня они уже отнюдь не украшают город, а скорее. This you right. So I think this is the bus stop that they're talking about. You see, it's this one. Oh, what's that? That's the bus stop for. But people are waiting for the bus. I think it's. Let's hear what happened. Скорее наоборот. Пермские уличные дизайнеры решили их подогнать под свое видение. You know, that's part of it, right? That I mean, it's probably better without it. But I think we have the same problem sometimes in Copenhagen, right? That you see these buses, and they're kind of being vandalized, right? So people are painting on it, right? С 8 по 13 год в Перми проводилась культурная революция. Ее задача была превратить промышленный и довольно скучный город в культурную столицу России, который будет удерживать жителей и притягивать туристов. Появилось много арт-объектов, один из них – буква «П», установленная на въезде. А также «Счастье не за горами». Надпись возле речного вокзала сразу стала символом Перми, отметившись в сериале «Реальные пацаны» и в фильме «Географ глобус пропил». Но вот сама набережная речного вокзала совсем не говорит, что счастье где-то близко. Неухоженная и требующая капитального ремонта. Отсюда отходят и приходят все круизные паромы по Каме, встречая гостей города. Красот Перми со стороны реки, кстати, не увидеть, только вокзальные промышленные постройки.
И гуляя по Перми, совсем нет ощущения, что это речной город. Реки просто не видно, так как город по большей части расположен по одному берегу Камы. We have the same problem in Copenhagen, that Copenhagen is also by the sea and but there's so many like big glass buildings that is covering like the view to the ocean. It's better now, but it used to be quite bad. И развивается в противоположную от нее сторону. Пермь известна футбольным клубом «Амкар», играющим в премьер-лиге. В плане спортивной инфраструктуры городу есть чем похвастаться. Местный экстрим-парк – это первый в России парк из бетона, отвечающий мировым стандартам. Он был построен в 2009 году по аналогу американского Луисвилл экстрим-парк. Здесь проходят соревнования и просто ежедневные тренировки. You know, having a park that you can do a lot of like activities is really great to the community. Yeah, good for the kids, right? Mm. Go out and having this kind of like BMX or skate or roller skating culture, right? Yeah. It's really, really good exercise for the kids, and like they learn some good coordination. Here in Singapore, right? Guys, we have a lot of parks, and most parks here we have the outdoor gym. Yeah, I'm actually thinking about buying some roller skates myself, right? Is it allowed here? Yeah, I think so. Также запланировано развитие велодорожной сети общей протяженностью около 750 километров. И на центральных улицах уже сделаны отдельные велодорожки, которые пользуются огромной популярностью. That's really nice to see. We have also have some bicycle lanes in Singapore, but even more in Copenhagen, where I'm from, we have bicycle lanes everywhere. So that with the what's that? So that side. Is the bicycle lanes? I'm not sure about here, but let me just show you. So, if you look here, right? Okay. So I think like kind of marked. You see, they marked part of the street. This part of the street is for bicycles. Okay. And this part is for walking pedestrians, right? Okay. So that's really good to see. Mm-hmm. We're big fans of bicycle culture here in our family, right? I don't know how to bike. Общей протяженностью около 750 километров. И на центральных улицах уже сделаны отдельные велодорожки, которые пользуются огромной популярностью. Жилые кварталы ничем не отличаются от типовой застройки других российских городов. А вот новые кварталы впечатляют. Очень много новостроек с интересным дизайном. Также из общей картины выбиваются современные коттеджные поселки, многие из которых напоминают американские или европейские районы. В Перми ведется очень активное строительство, как многоквартирных домов, так и коттеджных поселков. По сравнению с другими крупными городами России, Пермь выделяется более обширной территорией. Центр города довольно неплохо обустроен. Целая площадь с фонтанами, где днем и ночью все гуляют и веселятся. Парки и широкие площади. Ну и, конечно, визитной карточкой Перми являются круизы на теплоходах по Каме, вплоть до Ярославля и Астрахани. В целом город оставляет положительное впечатление. Если 20 лет назад кто-то и мог назвать Пермь большой деревней, то сегодня это современный и вполне комфортный мегаполис. Yeah, and maybe today is more, how to say, the more, make it more nice, the place, yeah. Because today's 2020 and this one is 2 years ago. Yeah. So of course there's a lot of, how to say, renovations or what. Yeah, things have changed, right? А что вы думаете о Перми? Пишите в комментариях, нравится ли вам город. It seems like a nice city. I wanna go there. Wow. What is that? I'm not sure. Wow, nice restaurant there. Such a nice place, you. Thank you so much for watching, guys. Yeah, thank you for watching.
yeah, you like this video. And as I can see, there also a Chelyabinsk, Russia here in the end screen. Maybe we can do that soon. Chelyabinsk, yeah, and Yekaterinburg as yeah. well. So before we end this video, we will just show you a bit information about Perm. Yeah. Yeah, Perm. So what can we say? 1 million people. So big, but not too big. So everyone... This is a, we've been to a few Russian cities already, and I really like this kind of tour we're taking around in Russia on YouTube. So we can't travel right now, but we can travel on YouTube, right? Yeah. Next year we will go to Russia. We promise that. Mm. But we're not yet sure we're part of Russia, but for sure next year. Yeah, I want to go here, and maybe Sochi could be nice. Actually, Vladivostok could be nice. Actually, Vladivostok is nice because it's close to our house. I mean, not like we can take a bus or something, but like it's not too far away. Yeah. Yep. So anyway, guys, hope guys like it. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye. Bye bye.